Здравствуйте, дорогие зрители! Мы рады видеть вас снова. Мы поздравляем вас с Международным женским днем 8 марта. Федор Тютчев. Зима. Зима недаром злится. Прошла ее пора. Весна в окно стучится и гонится двора. И все засуетилось, все нудит зиму вон. И жаворонки в небе уж подняли трезвон. Зима еще хлопочет и на весну ворчит. Та ей в глазах хохочет и пуще лишь шумит. Взбесилась ведьма злая и снегу захватя, пустила, убегая, прелестное дитя. Весне и горе мало, умылась в снегу, и лишь румяней стала наперекор врагу. Музыка на улице
Дорогие женщины, пусть в этот прекрасный весенний день сбудутся все ваши мечты. Будьте счастливы. Среди весенних первых дней 8 марта всех дороже. На всей земле для всех людей весна и женщины похожи. Успехов вам, здоровья вам и счастья пожелаем. И с первым праздником весны сердечно поздравляем. Золотые, глазки молодые, будь всегда счастливой, доброй и красивой. С праздником, родная, снова поздравляю. Смотри глазам, а, 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 а,
Согревает огонь, обжигает земля. И ты ночи с тобой, мы танцуем ча-ча-ча. Засыпают дожди, оживают моря. Мы сегодня с тобой потанцуем ча-ча-ча. Бабушек, мам, дочерей, милые женщины, пусть ваши дети всегда помнят про вас и приносят вам только радость. Виталий Винников, мамины помощники. Мама целый день трудилась и немножко утомилась, прилегла на 5 минут, чтобы немножко отдохнуть. Мы помочь решили маме, ведь мы все умеем сами. И с сестричкой вдвоем мы порядок наведем. Мы собрали все игрушки, книги, вещи и подушки. Все убрали, шкаф закрыв, нужно сделать перерыв. Мы достали платье мамы, она в нем сегодня с нами будет принимать гостей, наших братцев и друзей. Мы когда его снимали, пару пуговиц сорвали. Оторвали мы рукавы, зацепив его за шкаф. Но не страшно, ведь у нас суперклей есть, он нас спас. Мы заклеили все быстро, платье светится лучисто. Клей разводами блестит, ярким отблеском манит. Чтобы платье краше стало, мы его, как покрывало, разукрасили узорами, живописными озерами. И цветы, и даже башню написали мы гуашью. Вот проснется мама наша, платье будет еще краше. Мы старались, как могли, маме очень помогли. Пусть мамуля отдыхает, сил здоровья набирает. Надо маме дать поспать, будем стол мы серебряный ручей. Черемуха душистая, рассвечившись, стоит.
а зелень золотистая на солнышке горит. Ручей волной гремучий все ветки дают, и вкрадчиво подкруче и песенки поют. Переулком бродит лето, солнце льется прямо с крыш. Под лодки солнечного света у киоска ты стоишь. Присят под ложками журналы, на них с восторгом смотришь ты. Ты в журналах увидала королеву красоты. А я одной того любуюсь, и сама не знаешь ты, что красотой запишь любую королеву красоты. И я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как и ты цвета на свете, королеве красоты. С тобою сказа навекия, ты жизнь и счастье, любовь моя. Красавец видел я немало, и в журналах, и в кино, но ни одна из них не спала лучше милый все равно. И даже сам я не заметил, как ты вошла в мои мечты. Ты милее всех на свете, королева красоты. С тобою связан навеки я, ты жизнь и счастье, любовь моя. Солнце льется прямо с крыш. Потоки солнечного света у киоска ты стоишь. А я иду к тебе навстречу, и я несу тебе цветы, как единственная на свете королева. Мы желаем вам всегда быть счастливыми в ваших семьях, чтобы ваши родные всегда любили вас и заботились о вас. Агния Барто, дома. На улице дождь непрерывный, а дома тепло и светло. И можно на бурые ливни спокойно смотреть сквозь стекло. Тут можно укрыться от зноя, спастись от морозного дня. В хорошее место родное, домой так и тянет меня. Прости, поверь,
тебе открою дверь, и я прощу и никуда не отпущу. Люди всякое про нас говорят, все решает, кто из нас виноват. Но с тобой мы знаем точный ответ. Виноваты в том, что прожито нет. Если спросит меня голос небес, кто на свете всех дороже тебе, я отвечу, ничего не тая, дочка, мама, ты и я. Прости, поверь, и я тебе открою дверь, и я прощу и никуда не отпущу. Дорогие женщины, этот красивый праздник в начале весны приходит к нам, когда все расцветает, распускается и оживает. Пусть в вашей жизни будет вечная весна, пусть ярко светит солнце, пусть поют птицы, пусть дни будут светлыми и безоблачными. Улыбок, хорошего настроения, радости и счастья. Праздник на дворе, веселый, теплый самый. Нам улыбаются светло все бабушки и мамы. Звенят задорные ручьи. Прощай, прощай, зима. К нам в женский день придет весна отпраздновать сама. Спасибо.
Спасибо. Спасибо. Спасибо. Да, я тоже думала, что если он смог, то он не умереть сразу. Машина, которая...
Поклонись земли своей матери, и отцу на земли поклонись. Мы с тобою в долгу не оплачиваем, свято помни об этом судьбе. Родительский дом, начало, начал, и в жизни моей надежный причал. Родительский дом, пускай добрый свет, горит в твоих окнах много лет. Она сестра.
Большое спасибо вашим мамам, без которых, наверное, наши праздники не могут состояться. И хочу сказать так, может быть, вам немножко это будет непонятно, но будет понятно нашим бабушкам, нашим женщинам. Большое вам спасибо за то, что вы сохраняете, пусть назовем ее советской, какой угодно, вот эту вот русскоязычную великую культуру. Это сегодня можно было услышать и Тютчева, и Барто. И, к счастью, вот то состояние, когда дети знают эти стихи, потому что, увы, на сегодняшний день многим детям это просто совершенно неизвестно именно. Вот за это хочется вам сказать большое спасибо. Мы подготовили для вас сертификаты. Вот. Это наши, как когда-то говорили, грамоты почетные. Именные. Я надеюсь, вы распорядитесь ими правильно. По этому поводу, может быть, я в порядок не попаду, буду по именам, а вы мне подскажете, кому вручать. Эвелина, прошу вас, спасибо. Владимир, тут я не ошибусь. Рита, спасибо. Надя. Вероника. Нам большое спасибо. Кристина. Она сейчас
на Украине. Большое вам спасибо, ребята, за вашу помощь, за вашу... За вашу помощь, за ваше внимание, за вашу любовь и ваше присутствие. С праздником вас! Спасибо. Спасибо. Я хочу добавить о том, что я еще хочу поблагодарить вас за то, что вы с такой любовью относитесь к пожилым людям. И видно с любовью, что вы их уважаете, цените. И особенно очень трогательно, когда вы с ними танцуете. Это действительно очень трогает душу и очень-очень приятно. Дай Бог, я вам желаю здоровья и счастья, что ваши дети к вам же относились так же, как вы относитесь к нашим бабушкам. А вы можете тоже встать в фотографию, раз уж... Давайте, так вроде бы... Меня будет видно. Вас будет видно. И если вы не возражаете, можно мы поставим всех вас сюда, чтобы ну, у нас были фотографии из... Да, пожалуйста. На... Присядьте все. Как всегда, первый ряд лежит, да. Второй сидит. Я лежу. Я лежу. Как можете, девчонки, как можете. Как хотите. Будем лежать. Подождите. Это все должны сфотографировать. Я встала. Спасибо большое.